Всем привет, дамы и господа, с вами Равен88, и сегодня мы будем дегустировать хлебное пиво. Вот, сегодня у нас хлебное пиво, сделано оно на сухариках. Сейчас я вам расскажу рецепт этого пива, из чего оно было сделано. Так, пиво номер 16 с ячменной крупой. Значит, сюда на литр этого пива перед его созреванием было добавлено 8 грамм декстрозы, чтобы оно стало газированным, скажем так. Так, пиво номер 16. Значит, какой был рецепт, какие были пропорции. Но начнем с того, что это пиво я приготовил 8 ноября 2021 года. А сегодня у нас 2022 год, 9 марта. Вот, ребятки, считайте, сколько прошло времени, сколько оно созревало. Получается, значит, декабрь, январь, февраль, 3 месяца. Ну, грубо говоря, да, 3 месяца. Все, что можно было выбродить в этом пиве, выбродило. Сегодня у меня вот такая вот закуска. Сухарики, фисташки, анчоусы и еще соломка рыбная. Итак, значит, что у нас по рецепту? Вода 6 литров, плюс 600 миллилитров это для запаривания хмеля. Сухарики ржаные, 400 грамм было использовано. Крупа ячменная, 500 грамм. Солод ржаной, ферментированный, 20 грамм. Сахар, песок, 450 грамм, дрожжи пивные, 4 грамма, марля, 0,7 метра, это для того, чтобы завязать сухари, чтобы они не расплывались по кастрюле, так будет удобнее на самом деле, кто пробует делать самодельное пиво, значит, вот этот метод лучше всего использовать, марлю заворачивать в сухари. Хмель московский ранний, гранулированный, 6 грамм. Вот. Ну и, соответственно, начальная плотность у меня была 10%, а конечная плотность выбродила в минус 2. Но, ребятки, что я хочу сказать. Значит, пиво, по идее, должно получиться 5% алкоголя. Вот. Итак, мои хорошие, давайте будем дегустировать. Рецепт мы положим сюда. Вот моя кружечка коронная. И вот видите, такая вот бугельная пробочка. Давайте открывать и смотреть. Я его принес сейчас с лоджии. Там температура минус 10. Окно было открыто, так что достаточно холодное пиво. Ну, давайте смотреть. Видите, да? Открылось с характерным звуком. Вот, кстати, тут дрожжики, обратите внимание. Видите, вот такой вот осадок дрожжевой. Небольшая, значит, газация пошла. Ну, самое главное, что дрожжи не заиграли, это уже хорошо. Вот здесь, видите, да, что все четенько, все хорошо. А вот здесь вот небольшое такое вот наслоение. Ну, видимо, бутылка заваливалась на бок, соответственно, такой вот дрожжевой осадочек. Так, ну что, будем наливать? Давайте наливать, смотрите. Лью не по краю, лью так. Такая легкая пена. Не хочу сказать, что
прям такая супер пена, но пена есть. Вот вы сами видите, газации хватает. Дрожжики загуляли. Сейчас закроем. Вот смотрите, вот в бутылке видите, да, как они отслоились. Во. Сейчас они пошли кверху. Ну, ничего страшного в этом нету. В принципе, с таким прям как гриб. Как гриб чайный. Вот такие вот дрожжики. Так, ваше здоровье, мои хорошие. Газации вполне хватает. Сразу вам скажу. Вот. Такой вкус достаточно легкий. Пиво дозрело. Но, видите, пена быстро ушла. Это, конечно, плохо. Ну, а с другой стороны, для хлебного пива это нормально. Ячменную крупу особо я так не ощущаю. Ну, обычное хлебное пиво. Думаю, что в жару самое то. Идет так легко, в принципе. Единственное, что такой подвяжущий такой эффект остается. Но я думаю, что, наверное, это из-за крупы, из-за ячменной. Вот. Напомню то, что эти хлебные сухарики, они запариваются, они не варятся никаким образом. Вот. Газации хватает. Достаточно легкое пиво. Для самодельного вполне ничего, можно так сказать. В принципе, я результатом доволен. Самое главное, что не загуляли дрожжи. Это самое главное, потому что если дрожжи загуляют, то есть начнут двигаться, то потом желательно все это дело профильтровать через какую-нибудь марлечку. Так вот, видите, я вот налил, достаточно прозрачное. Но пены уже нету. Так, сейчас попробуем все-таки посчитать, сколько дней это пиво зрело-перезрело. Так, ну если у нас в октябре 30 дней, а 12-го я его разлил по бутылкам. Да, 12-го я его разлил по бутылкам. Соответственно, созревало оно, сейчас я вам скажу. Так, 18 дней, и сегодня у нас 9 марта. Так, 18 плюс 9, это у нас получается 27 дней. Так, 27 дней, и там у нас 3 месяца. Так, ребятки, ну почти 4 месяца оно созревало. Это достаточно приличный срок для пива, для самодельного. Нормально. Так. Но, думаю, дальше я уже допью пиво самостоятельно. Главный момент – это открытие бутылки.
я показал. Ну и, соответственно, пену вы тоже посмотрели, что она была. В принципе, для самодельного хлебного пива результат достаточно хороший. Вот. Ну, а я с вами буду прощаться. Буду сейчас продолжать свою пенную вечеринку уже без камер. Так, всем всего самого хорошего. С вами был Равен 88. Подписывайтесь на канал «Пиво делаю сам». Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. И я постараюсь на все вопросы вам ответить. Ну и, естественно, пробуйте свои силы в домашнем пивоварении. Начинайте, не стесняйтесь, потому что самодельное пиво – это всегда достаточно интересный процесс. Всем всего самого хорошего. До свидания.